Это финальный матч. Играют команда... Забыл. Команда Лестер и команда Рамзи. Играют по 15 минут. Один тайм 15 минут. Счет пока что 0-0. Игра только что начинается. Должна начаться. Судья у нас новый. А где старый судья? Ребят! Ребята! Лестер! Лестер! Вован! Воу! Багровский! Вован! Вован! Вов! Номер 12! Где старый судья? Отлично, да? Что это? Отлично, да? Да, с время. А? 40 грамм. Мама, что я помню, что чудо. Да! Да! Так точно! Счет 0-0. Начинается первый тайм. Началась игра. Давай, давай, я держу. Номер третий. Йохов Кольдам. Йохов Кольдам. Вован. Это хэхкитта, Миша? Миша хэхкитта? Окей, Миша хэхкитта. Келядым йохом элик сумкас. Мен окей, ам вилке сурдым. Нормаль. Кляпта йома, кызларда. А? Кызларда йома. Прошел. Пробуй, куда, Лёх? Хорош. Хорош, Лёх. Хорош, не успел. Не знаю, чей-то. Да, конечно же. Колян, что, попросить манишки может одеть? Нормально. Кому? Блядь, там... Ну им, а что-то на солнце просто белый будет. Бандары будет сливаться. Не. Точно, я просто тогда вот видно вот этот голубой как белый. Я готов манишки одеть на голое тело и бегать без вот этого утробы. Нахуй это был мяч. Опа! Во, во! Это был моим мячом. А есть манишки зеленые? Нету! Достал? Кидай. А что, руками скинули? Да, да, да. Руками катки не отрываем. Давай я делаю. Опа, нормально. Погнали, погнали. Ну, блядь, сука, ты чё? Ушёл. Помогайте. Мяч-то как-то не ушёл. Гаут или чё? Нет, нет. Вован, свисток, воу. Право опять обставили! Далеко не убегай! Володь! Под него, ну! Я! Лево! Да выше ты, блин! Ром, есть лев, Ром! Что делать, он высокий! Чинде гол больше мүмкін ешейді да енді.
Здорово, здорово, здорово. Петушары. Выбил. Дед рулит. Товарищ судья! Товарищ судья! Судья! Судишка! Ребят, как вашего игрока зовут? Ребят, Факараш, как вашего игрока зовут? Тот, который судит. Ага. Зову, не слышит. Гол! 1-0! Ребят, не надо спорить. Ваш игрок так умрет, мне кажется. Гол! Ребят, он уже сдох. Ребят, он уже сдох. Он уже сдох почти. Окружили его обе команды. У него есть красная карточка. Оборона красными карточками. Я не знаю, я пропустил момент, что там было. Да я, там все спорный момент. Спорный? Я не знаю, понятие врачи. Как иначе, они же спорные, что не было. Сложно забили. Ну, гол-то был. До этого там игрок упал. Или они спорили, что мяч вышел? Да. Он не следил. Ну, я и не следил. Так... Честно говоря, сам не следил. А где мяч? Куда делся мяч? А, о, у Толстого. Я его вообще-то не снимал. Он вообще-то еще плакал во время матча, когда он против вас играл. Краснел и плакал. Угловой удар. Лестер пробивает угловой удар. Подал мячик. Товарищ судья, как говоря, такие неприличные слова вылетают. Он мне даже не собирается слушать. Обидно. А? Я тоже что-то спрашиваю в твоем матче, я не понимаю сначала, что он вообще это тоже. Я у тебя спрашивал твою фамилию, чтобы за камеру сказать. А ты что там? И пошел. Не обижайся, честное слово, не обижайся. Потом, может быть, подойдешь и врежешь мне. Ты же такой сейчас. Первый мяч! Счет-то 0-0. Я вот забыл. Ну. Два центра! Каждый аут надо свистком отмечать. Уит? Только спорный. Поэтому мяч вышел, они тоже отобрадают. Да? Где мячик? Пейте, вы уже поворот! Ну, доставляем вам. Вов, как нога? Домой! Вов! Вот этот номер 12 вообще офигенно играет. Ну, если кто-то замечал. А...
Давай, Вован, покажешь, на что ты способен. И это гол. Лучших нету. После того, как забил, проорал, конечно же, там одна словечка. Ты слышал? Счет какой? Товарищ судья! Счет какой? 2-0? Закрой сам. Потом подумай. Судья, вратарь у них длинный. Один. Не-не, зачем? Прими. Прими. Ну, почти принял. Не пали. Хорошо, ты ебёшься. Андрюха! Товарищ судья! Красава! 55! Не зря у него 55. Все, да? Не надо сейчас теперь. Смысла нету уже играть. По домам, может, они уже сходятся. Счет 2-0. Что-то мне мало верится. Тем более с ним нет. Уй, тя. Там, там, кто? Уй, ти. Бегом! 3-0. Это гол? Судья не спорит. А что ему красным вообще не дали? Еще раз это, пробивай! Молочок. Ну ты смотри на экран. Я смотрю. Я и слежу. Вы-то что? Вот он смотрит, а я кручу. Снимается? Рома, здесь 12 минут. Ребенок стоит здесь. Ты что творишь? Какой ты пример показываешь? Ты мне по времени говори, там когда 13 минут прошло, вроде как уже свисток должен был. Ну там же они пока разминка, там время много. Ну вообще, я то, что там с разминки, я вот это не снимал. Александр Александрович, я то, что там разминка была, вот это не снимал. Время-то есть! Кто тут пнул? Время есть! Затек! Есть! 10 минут прошло! Вау! Забил! Гол-гол-гол-гол-гол Макаров! Лидия Вячеслав на Макаров забил! Слышь, 11? Видишь что-то? Тоже там мужик стоит и около этих. Первый тайм, да? Да. Не расстраивайся, мы стабильно в прикупе. Ну хотя бы третье место, а не нулевое. Таким. Все, все. Снимаю.
3-1. Не 3-1? Не в пользу ФК Раса. Лестер ведет, Лестер. Лестер будет 3-1? Петрович. Встань чуть назад. Тебе тогда будет видно экран нормально. Он скоро выключится. Не выключится. А я вижу. Сейчас мы батарейку туда вот присоединим. Зарядку. Есть? Конечно. У меня все есть. А только провод. А вот зарядка. Как так? Вот телефон зарядка. А, там вообще-то... Сенка! Все, начался, начался. Штрафной берет мяч. Вообще охуеть, блядь. Он умеет играть, пускай уходит. Леха, ты там мяч должен выйти, блядь. Да, мяч должен выйти. Да пусть кто-то покричит, а то мы четверых тут тихо сидим, стоим. Ты в этих играл? Есть мяч, это постой, алло. Или что, мы по туалетам искать сейчас час его. Оставь! Ты говно оставь! Оставь! Да блин, оставь чужой мяч! Да я взял, дай! Машраб! Жень, дай, пожалуйста, мяч! Это чужой мяч, а не мой! Это чужой мяч! У кого-то я взял, не помню у кого. Маша, блин, это не мой мяч. Просрешь сам, будешь новый покупать. Я предупредил. Пройдет. Витя. Чё-то я не вижу, что твое, Макарыч. Давайте только без таких выражений. Мое! Ланг еще один! Центр тебя! Коля, ты же! Это второй тайм! Коля! 17 минут прошло, ребят. 3-1. Пускай два выйдет! Дима! Дай мяч! Это чужой мяч. 30 секунд. Машак, ты сам просто должен вышить от нее. Давай, давай. Да мудишься ты, а? Очка. Рэп? Ротов. Подойди. Уже 20 минут прошло, как? Смотри.
Где ты? Мне секундомер покажи. Да вот, камера снимает. Я понял тебя. Давай, чувак, эй, пацан, эй. Эй. Слышь. Я как-то думал, что судить будет как-то помягче, а оказалось...